Там, где живут Вера, Надежда и Любовь. Так окрестили в свое время небольшой участок, расположенный по улице Васнецова. В глубине домов и в то же время в центре крупнейшего района Бреста, здесь в январе 2013 года появились первые новоселы. Многодетные родители, воспитатели и их большая семья. Время шло. Теперь по улице Васнецова уже 4 заветных адреса, а скоро появится и пятый. С 2013 года это стало доброй традицией. Каждый год открывается у нас новый детский дом семейного типа. Всего запланировано 5 детских домов. И вы видите, что на площадке действительно идет строительство пятого дома, работы ведутся активно и в выходные дни. То есть мы думаем, что где-то к концу октября мы будем заселяться. Пятый детский дом семейного типа станет последним в этом районе. Практически без выходных здесь трудится строительная бригада. Рабочие стараются сдать объект как можно раньше. Уже сегодня здесь вырисовывается фасад дома. К слову, известные потенциальные родители. Из 5 семейных пар со всей области в финал отбора вышла одна – Брестская. Правда, пока мама и папа проходят обучение и собирают соответствующий пакет документов, их фамилия не разглашается. Это семейная пара, это муж и жена, которые уже воспитывают приемного ребенка, у них есть свой биологический ребенок. То есть эта семья осознанно идет на эту работу и уже проходит обучение в социально-педагогическом центре города Бреста. О том, как непросто, но в то же время почетно быть мамой в такой большой семье, знает Галина Смагина. Вместе с супругом Сергеем они стали вторыми родителями-воспитателями в этой небольшой, но такой уютной детской деревне. За 3,5 года семья настолько сблизилась, что сегодня, отпустив старшего сына в большое плавание во взрослую жизнь, Галина Николаевна скучает и с удовольствием ждет в гости. Мы созваниваемся, переписываемся с ним. Вот он сейчас, ну, в общежитии получил, живет в общежитии, но очень тянется, очень хочет домой обратно. Мама говорит, я скучаю, я хочу домой. Вот. Я, говорит, он так вот такие слова сказал, что я сейчас бы все отдал, чтобы вернуться обратно к нам домой. В семье Смагиных старшие всегда следят за младшими, а те и рады, что могут заниматься любимым делом вместе со взрослыми. Когда-то чужие люди стали друг другу чем-то большим, чем просто друзья или знакомые. Маленькое детское сердце чувствует, когда любят искренне, признается Галина. Тогда и отвечает оно тем же. Очень много деток, которые брошенные, которые вот такие родители как бы нехорошие. Поэтому в таких детских домах они приобретают семью. Вот, ну и меняются дети в лучшую сторону, потому что семейный уют, вот, атмосфера семейная, это, конечно, очень как бы влияет на душу детей. Ориентировочная дата сдачи пятого детского дома семейного типа – октябрь 2017-го. Планируется, что уже в ноябре в него заселятся первые юные жители.